Воспитанник клуба здоровья Центра внешкольной работы Артем Степанов занимается в секции настольного тенниса 4 года. Юноша уже 9 раз становился победителем различных соревнований. К открытому турниру «Саровская ракетка-2024» готовился весь год. Юные спортсмены нашего города особенно трепетно относятся к этим соревнованиям, демонстрируя достойный уровень игры. Я выступаю в категориях 2013-2012 года. И собираюсь занять первое место. У меня уже куча тут друзей из Москвы, из ВИКС, из Саранска и так далее. Я очень рад, что на наше соревнование попало достаточно много человек. У меня пока была только одна игра. Я ее проиграл, к сожалению, но зато набрала очень много опыта в этой игре. И буду еще больше тренироваться. Ведь еще есть завтра день, чтобы отыграться. 26 и 27 октября соревновались юные спортсмены 28-го, мужчины и женщины, ветераны спорта. 60 участников из разных уголков показали свое стремление к победе и любовь к спорту. Среди гостей сборная ВИКСа была самой многочисленной. Я сам буду принимать участие. И у нас еще несколько игроков приедут, мужчин тоже. Сыграть турнир. У нас сейчас очень хорошее развитие идет, то есть зал хороший, прекрасные условия, столы последние марки, то есть профессиональные. И поэтому у нас сейчас народ идет прям, можно сказать, толпами. Раньше такого не было ажиотажа. Сейчас каждый день занимаются дети всех возрастов. То есть у нас прям, можно сказать, небольшой бум такой настольного тенниса в городе. И еще плюс команда играет женская, в чемпионате России участвует. Мы всегда приезжаем только за победой. Да, ну Саровская школа тоже славится хорошими игроками. Нижний Новгород привез Валерий Владимирович, да. Так что будем бороться за победу, а там уж как получится. Кроме состязаний, участников турнира ждала культурная программа. Гости города посетили музей ядерного оружия и святые места. По итогам турнира победители и призеры получили дипломы и памятные подарки. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».